Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас снова парфюмерное видео. Мы будем с вами говорить про номерную коллекцию ароматов, моих ароматов от USA Creation. Итак, поехали. Про USA мы уже много с вами разговаривали, это аналоговая парфюмерия, но у них есть и теперь и свои парфюмы. Это турецкий бренд. Я оставлю обязательно подсказочки в конце видео. На прошлые ролики можете их посмотреть, пройти. Сегодня речь пойдет про номерную парфюмерию USA. Мы будем говорить про стойкость, мы будем говорить про схожесть с оригиналом. Итак, поехали. Давайте начнем с мужских ароматов. Я взяла два мужских аромата. Один из них очень-очень нравится и мне, и моему мужу. А второй мы пробуем впервые. Вот такая яркая водичка, это Giorgio Armani Black Copper Home. Мы брали оригинал, мы брали аналог у другого бренда, и вот теперь в таком огромном объеме аналог от USA, от USA Creation. Номер этого парфюма на сайте M19, да, если будете искать. Но все полезные ссылки, как всегда, под видео, вся информация, промокоды и так далее. Вот такие вот классные, огромные флаконы. Мужская парфюмерия и вообще на объемы 100 мл очень часто бывает скидка. Они прям обошлись совсем бюджетно. Аромат действительно очень похож на оригинал. Очень похож, особенно шлейф. И первоначальные ноты тоже. Вот практически не к чему придраться на 98%. Стойкость классная, то есть часов, наверное, 6 на коже и на одежде. Но до стирки, если принюхиваться, не скажу, что прям вот от другого бренда аналог и сам оригинал, он прям вот как-то очень долго шлейфит на одежде. Здесь немножко поменьше, но тем не менее стойкость феноменальная. Действительно, на одежде несколько дней точно. Он классный, он суперский. Он, не знаю, мне кажется, вот он подойдет мужчинам 30-40 лет. Он такой вот на этот промежуточный возраст, молодым мужчинам. И мне очень нравится. Здесь есть нотки свежести, здесь есть акватические нотки. Легкие, древесные, не тяжелый совершенно парфюм. Но он очень классный. Я люблю в любое время года на нем его чувствовать, поэтому этой покупке безумно рада. Так, и следующая водичка. Это у нас с вами Gucci by Gucci. Мы пробуем впервые, не могу сказать про схожесть с оригиналом. Номер M18 на сайте. Здесь номера на мужских парфюмах на донышке. У женских они прямо на флакончике спереди. И вот этот аромат, он тяжеловат. Он тяжеловат, я бы отдала его возрастной категории 35+, и больше, некоторым и в молодости такие нравятся. Но тем не менее, муж у меня им пользуется. Здесь есть табачная нотка, здесь есть кожаная нотка. Он достаточно сладкий, он такой мужской, брутальный. Вот 45, прям вот мне кажется, это возраст для этого парфюма, мне кажется. Не пробовала оригинал, но он очень интересный, он многогранный, он тоже безумно вкусно раскрывается и очень круто шлейфит, гораздо круче, чем первоначальные ноты. Я заметила, что шлейф у парфюмов USA Creation, он вообще какой-то великолепный. Вот они так по-разному раскрываются и так сильно отличаются от первоначальных нот, то есть настолько многогранный аромат, вот этим очень приятно удивил бренд. Аромат классный на самом деле, но для более возрастных мужчин. Я не знаю, если муж носить его не будет, я его подарю папе. Мне кажется, вот это прям вот для папы это прям классно, очень классно. Так, дальше у меня три аромата женских. Давайте начнем с тех, которые я не пробовала, а закончим любимчиком. Каролина Херрера Секси 212. Первый аромат, он на сайте USA под номером 91. Оригинал не тестировала, не знаю. Но сам аромат, знаете, очень понравился. Мне вообще все ароматы из этой линейки, мужские и женские, очень нравятся. Он интересный. Он, мне кажется, больше для молодых девчонок. На лето прекрасно подойдет. Как я люблю описывать такие ароматы, это игристый шампусик. Знаете, я почему-то здесь чувствую нотки каких-то нектаринчиков, еще персиков. Такое фруктовое винишко. Он классный, он легенький, он воздушный, такой обволакивающий, в то же время какой-то теплый, согревающий, немножечко вот от специй чувствуется. Но он очень приятный, универсальный. У него тоже классный шлейф, но он легенький. Шлейф такой легенький, еле заметный, еле уловимый. Классный аромат, понравился. С удовольствием ношу вообще, очень понравился. Так, следующий аромат у нас с вами под номером 03. И это у нас с вами Burberry Weekend. Тоже понравился очень аромат, давно хотела попробовать. Оригинал тоже не пробовала, не могу сказать про схожесть, но он классный. Вот у него есть какая-то нотка притягательности. Он такой, знаете, нарядный, фруктово-цветочный, и я здесь чувствую свой любимый тюльпан. Да, By Red Tulip, очень нравится мне аромат, и вот здесь есть легкая нотка тюльпана.
легкая нотка жасмина. Такая вот совсем легкая, отдаленная. Очень отчетливо чувствую тюльпан. Мне безумно понравился этот аромат. Я тоже с огромным удовольствием ношу его на себе. Он легенький, он классный, он весенний, он летний. Но я буду носить его в любое время года, потому что он действительно крутецкий. Вот тюльпан, чувствую, он у меня на первом месте. Тоже очень здорово шлейфит. И последний парфюм, который идет у нас с вами под номером 16, это один из моих любимых ароматов, это у нас с вами Жадор Диор. А здесь мнение такое неоднозначное, расскажу почему, но очень интересно, тем не менее. У меня есть оригинал, у меня есть аналоги от других брендов, и здесь совершенно иная первоначальная нота. Она совершенно иная. Я еще когда начала тестировать, наносить на себя, я подумала, может, я что-то перепутала, может быть, это не Жадор вовсе, да? И буквально там через полчасика аромат начинает раскрываться конечными нотами, и по шлейфу это именно Жадор Диор. Я не знаю, как так бывает, первоначальные ноты другие, а шлейфит он также обалденно. Вот так же, прям как оригинал. Очень интересный парфюм. Вначале мне прям вообще не нравятся первоначальные нотки, это ни капли не Жадор, вот ни капли. Но это проходит где-то через полчаса, может, у кого-то быстрее, у кого-то, наоборот, дольше. И остается вот этот жадоровский шлейф. Вот он уже, в принципе, я его чувствую, да. Немножко крышечкой помахала и уже чувствую. И он обалденный, он шикарный. Это такая классика жанра, вы знаете, классический женский парфюм. Многие его любят, а для кого-то это уже считается стариной. Но, тем не менее, я очень люблю его на себе носить. Поэтому не могла пройти мимо аналога. Первоначальные ноты выветриваются, и я кайфую со своим любимым ароматом. Вот так вот интересно получилось, да. Но, тем не менее, шлейф жадоровский один в один вообще супер. Вот такие ароматы сегодня мы с вами потестировали, пообсуждали. Пишите обязательно, что брали от Usa Creation. Вы какую номерную парфюмерию, похож, не похож и так далее. Обязательно буду ждать ваши отзывы. Будем тестировать что-нибудь еще вместе. Ссылочки все полезные под видео. Проходите, знакомьтесь. Промокод тоже там. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.